Женщина купила на Староконном себе хорошего такого попугая, ну, и принесла домой с накидочкой, с всеми делами, редкий попугай, ну, найти нигде нельзя, открывает эту, вот, а там девочка оказалась, и она такая, трахаться хочу, хочу трахаться, хочу, она, ёпарас, это что делать, короче, его по врачам, там, по всем, нифига не помогает, постоянно, трахаться хочу, только снимает это, все, трахаться хочу, все. Думает, ну что ж мне, ну и подсказали, говорит, слушай, иди к Равину сходи, там Равин, у него тоже есть попугаи, такие же породы, редкие. Говорит, он, говорит, знает. Она, правда, да, взяла попугая, пошла к Равину, говорит, вот такая ситуация, говорит, представляете, вот орет, трахаться хочу. Говорит, вы не волнуйтесь, у меня такие два. Говорит, они у меня молятся постоянно, я у меня не в клетке, молятся, Тору читают, молятся, молятся. То... Говорит, я на нее переучат, не волнуйтесь, ничего. Ну, приносят этого попугая, ее приносят к ней, поставили, они сидят вдвоем, такие, да, что-то там рассказывают эти попугаи, она поворачивается, она только накидку сняла, она такая, трахаться хочу, трахаться, трахаться, типа, попугаи сидят такие, раз, такие до нее, раз, смотрят на друг друга, опа, так, ой, Миша, ты понял, нас услышали наши молитвы, наконец.